какой карась ничего. Вот, друзья, какая рыба. Здесь еще помогает нам клевать. Я ж смотрю, что что-то клюет так как-то непонятно. Это, друзья, белый амур. Доброе утро, друзья. Выехал попробовать половить карасика. То что-то на пруду людей нет. Может, уже здесь и карасика нет. Мелочь какая-то плещется. Хочу попробовать. Никого не вижу, чтобы спросить даже. Ну, посидим, посмотрим. Будем ловить на одну удочку. На один крючок для начала, чтобы никаких проблем не было. Все-таки нерест, табличек нигде нету. Слышал, что пруд вроде бросили. Ну, он здесь всегда был карасевый пруд. А может, во время нереста просто клева нет, людей нет. Ну, посмотрим. Пока ничего не могу сказать. Раннее утро, птички поют. Сегодня взял, просто сварил горох. Буду кормить горохом и ловить на манку пробовать. Ну, сейчас подготавливаюсь, а потом посмотрим. Насыпал, друзья, манки. Пользуюсь прудовой водой, замешиваю, пробую. Консистенция сейчас постоит немножко, она набухнет, выпустит свой клейстер и начнет как резина тянуться. Воду нужно использовать из пруда, ну, можно из-под крана, но вообще лучше из пруда. Так везде рекомендуется. Посмотрим. Полнейшая тишина, людей нет. Ну, семечки свежие, люди здесь плевали, сидели. Так что, возможно, и ходят местные. Ну, что-то с рыбой, смотрю, пока никак, тишина. Нигде ничего не выбрасывается, не плещется. Да и видно после нереста. Ну, посмотрим. Порыбачим, посмотрим. Посидим. По крайней мере, друзья, отдохнем от домашних суеты, от домашней работы. Пусть постоит, настоится. Я сейчас скину прикормочку. Может, зря кину, кто-то пройдет, прогонит меня, но не знаю. Пока так, а там посмотрим. Вот так сваренный просто элементарный горох. Прикармливаю всегда ближе к берегу, чтобы рыбка проходила через мой поплавок и мою наживку. Поплавок будет чуть дальше. Первый закорм такой более объемный. Как бы три охапки. Вот и все, пусть пахнет. Три охапки есть. Вижу, здесь корм какой-то, кто-то ловил, фишка какая-то. Три охапки кинул, сейчас под руки полосну. И поплавок будет дальше, чем за корм. И рыбка, подходя к прикормке, будет проходить через мой крючок с наживкой. Запах от гороха изумительный. Редко я пользуюсь прикормками покупными. В этой прикормке я всегда уверен. Когда-то ловил таких монстров с помощью этой прикормки. Жаль, тогда я ничего не снимал. Ну, таскал таких карасиков, карпиков. Так что, друзья, будем пробовать. Сейчас рыбка подтянется, возможно, а возможно после нереста она не захочет ни клевать, ничего. Ну, это уже будет видно в процессе вот. Взял старое, еще валялось у меня сало сейчас на ком.
Сейчас кусочек поставлю, пускай пока кормится. А вдруг? Уже стоит у меня на 1000 лет это сало. Комары, конечно, одолевают. Надо фонарь снять, думаю, что там на голове так тяжело. Вот, забрасываем немножко подальше. И как раз то, что доктор приписал. Ну вот, минут 10 постояла, а уже, видите, такая начинает натянуться маночка. Сегодня ничего не брал. Не брал пуфики, там попробую, возможно, на пуфике. Пускай немножко прояснится ситуация, может кто-то подъедет где-то что-то, или прогонят, или скажут мне, что нельзя здесь рыбачить, уже буду туда, или уходить, или... Ну, вот пузыри вижу, карасик подошел. Горох наш кушает. Ну, смотрю, пока сало ему не нужно. Вот так немножко уже тянется, как бы. Ну, посмотрим. Пускай еще немножко постоит. Затем взял такой прибор, как шприц. Здесь носик обрезал, дабы... Ну, это маленький такой, больше не нашел. Манку забил сюда и на крючок. Удобно. Каждый раз палочку дергать не надо. К палочке прилипает. А этим шприцом будет удобно наматывать. Ну да, вон пузыри есть, там где я гороха насыпал. Смотрю, уже подошел как бы. Карась нюхает. Ну, пока. Я же говорю, сало его не интересует. Хотя запах чеснока... Все, но не хочет. Возможно, на пуфик будет. Вот сейчас попробую, поставлю пуфик. Возможно, на пуфик кто-то и позарится. Я их, конечно, никогда на них не ловил. Не знаю, что это такое даже. Вот у меня завалялись. Еще когда-то человек один дал. Говорит, возьми, попробуй. Какой-то бейт. Пуфик бейт. Ну, попробуем, посмотрим, может. И на них будет кто-то клевать. Вот так, сало шевелит. Кто-то там трется, но как бы... Брать не берет. А вот сейчас поднимем от земли пуфик. Он поднимает, я так понял. Крючок. Крючки Амакацу. Хорошие крючки. Не знаю, но этот пуфик, он как деревянный. Возможно, когда воен постоит... На них я никогда не ловил. Возможно, постоит в воде и размякнет. Посмотрим. Надо было подготавливаться. Ну, я вчера с вечера решил, просто думаю, съезжу с утра, посмотрю, что здесь делается. Поеду, посмотрю, что здесь творится на пруду. Уже не был давно, 2 года. В прошлом году ни разу не выехал. Собирался, так и не поехал. Ну вот, наша наживка уже почти готова. Уже немножко тянется.
еще чуть-чуть наберет клейкость, и уже можно будет рабочить. Хотя уже, в принципе, можно пробовать. Можно еще добавлять по чуть-чуть водички, и она будет как бы еще больше тянуться. Клейстер будет больше выступать. Ну и пуфик молчит. Я говорю, возможно, после нереста рыба еще болеет, клюва нету, потому что людей нету. Ну, пуфик взял его, что-то там начало трогать. Какой-то карасик его шевелит. Вот есть уже один какой-то. Ну, вот первый пошел. Как раз такой жировой вариант, друзья. Вот такой. Так он еще и кряной даже. Он еще не отметал икру. А может, просто наелся гороха. Пока не знаю. Ну, уже первый есть. Так что съел он и пуфик. Я, конечно, не ожидал. Не думал, что уже, что он будет его есть. Ну, он его съел. Сделаем. Подготовим садок. Надо туда груз свешать, чтобы садок выпрямился. Ну, груза нет. Работает. Пока манка еще. Не подошла. Попробуем на эти пуфики. Накидываем, подождем. Набиваем шприц. Пуфик, получается, он просто должен размокнуть. Ну и вот. Вот так. Конечно, шприц двадцатку лучше брать с запасом. Ну, это на нормальную рыбалку, а так на карасика пускай будет. И такой. Ну, активного клюва нет на эти пуфики. Там кто-то трогает, так как бы, ну. Пока он не размякнет, никто его кушать не будет. Ну, мелочь бьет об поплавок. Здесь пруд такой глинистый, карасик здесь очень такой вкусный, хотя не крупный. Но бывает экземпляры чуть побольше, чем ладошка, полладошки. Ну, это редко, в основном такие доладошечные. А это самый такой жировой вариант. Вот выкладывает, вот, оп, и нету никого. Выкладка была красиво, но никого нет. Пуфика съел.
мимоночку на крючок мотанем. Я думаю, это будет раз и назад втянули. Это будет вариант получше. Вот так. Это будет более результативно, должно быть, по идее. Потому что пуфик, он сильно жесткий. Хотя я вам скажу, нету сразу поклевки, как обычно. На манку обычно долго ждать не приходится, но что-то сегодня он как-то, возможно, еще рано. Короче, причин много. Еще нужно сделать несколько забросов, чтобы манка нападала. Побольше манки нападала тогда. Он ее более мелочи какой-то, очень много, непонятно, что это такое. Верховодка какая-то мелкая. А вот подошел, повел. Сосет. Вот он ведет. Есть. Ведет маночка, взял и ведет потихоньку, вижу, что. Клевка такая нежная. Сбил меня немножко глубину. Ну что, маночка подошла, держится на крючочке, все нормально. Теперь лишь бы никто нас не прогнал, и можно. Можно рыбачить. А прогонят, поедем домой. Вот так. Вон бульбы идут возле поплавочка, крючочка. Ну, видно, что карась присутствует. Подошел на корм. Конечно, массового такого нету. Количество карася не видно. Ну, кто-то сидит на корме. Небольшое количество карася собралось, а это уже даст нам возможность посидеть и получить удовольствие от природы. Красотища на улице, уже все начинает расцветать, деревья распускаются, птички поют. Лучшая пора года, вот она такая, когда уже не холодно и пошло тепло. Вот он берет, притопил немножко. Конечно, слабенько берет, но как есть. Немножко протопил и все, и держит. Нету такого, чтобы он раз и активно взял. Ну, что-то проклевывает. Уже хорошо. Чисто посидеть у пруда, послушать пение птиц, подышать этими свежими запахами цветов, деревьев. Класс, друзья. Вот он там шевелит, что-то шевелит, ну такой неактивный. Вот еле-еле там трогает. Ну, возможно, он уже ее и всосал,
эту маночку. Ну, подождем, пускай еще посмокчет. Видно, что трогает. Вот это тоже. Раз. Есть. Ну, Карась желает лучшего. Такой карась не очень интересно. Сильно мелкий. Так, надо что-то делать с поплавком. Замучил. Хотелось бы хотя бы немножко покрупнее, что-то он в этом году совсем никакой. И руки чистые, и палочки не надо мазать все время. Карасик клюет, конечно. Проклевывает, но как-то он такой слабенько дергает. За день наприседаешься здесь. Наприседаешься, назанимаешься зарядкой с этим карасями. Со спиннингом рыбалка активная, более интересная. Ну, здесь больше, наверное, наприседаешься и займешься зарядкой. Со спиннингом в лодке оно не так как-то. Ну, берет, да, берет, но берет очень-очень нежно и слабо. Удивительно, уже такое время, а людей нет совсем никого. Ну, слышу, где-то вдалеке карасик нерестится. Ну, и клюв, я вам скажу, такой, неактивный совсем. Почти клюва нет. Все время потихоньку поддергивает, поклевывает, но брать не берет. Мертво стоит. Дернет, дернет, и все, и тишина. Дернет и тишина. Чтоб конкретно взял и пошел, нету такого. Да что такое, а? Не могу подсечь его. Карасик есть, но подсечь не могу. Да что ж такое там сидит, интересно. Не знаю, кто-то там сидит и не хочет садиться на крючок. Конкретно издевается. Берет, берет, берет и не берет. Утапливает, таскает, а нет и все. Вот она.
вышел. Это я уже на камере увидел только. Карась, конечно, очень мелкий. Понятно, что он на жарюху пойдет. Но что-то мне тут совсем сейчас не нравится. Совсем он не такой, как надо. Все равно испачкается в эту манку. То зацепился где-то там, то еще что ты по-любому будешь весь в манке. Что-то у меня тут мелочи собралось очень много. Верховодной какой-то. Ну, поклевочка нет, иначе есть, подходит. Видно, когда начинают рядом с поплавком пузырики пускать. Думал, он уже взял, не взял. Сейчас будет манка еще немножко поплотней, более резиновая. Посмотрим, что на такую манку, как он будет реагировать. Пока реагирует, начал уже трогать. Да, сильно мелкий карась. Крючочек я поставил такой, для него большеватый, потому он как бы... так и берет. На таких карасей нужен заглотыш. И все равно нету. И все равно никого нету. И выкладка была, и все, и нет. Снова поклевочка, снова он ее трогает, наживочку, но никак. Ну, теперь есть мелкий, потому и так берет. Это понятно, что сильно мелкий, потому он так и берет. Видно, тот, что побольше. Отнерестился. В основном весной сначала крупные берут. Ранней весной. Это сколько я замечал. А потом вот эта мелочь. Клюет сразу, конечно, без вопросов. Никаких с этим проблем нет. Клюет, оп, выплюнул. Тоже она и выплевывает, потому что мелкий.
Ладно, даже наживлять не будем. Манка держится, пускай еще там потеребится. Пускай потеребит кусочек манки, там есть, захочет он ее брать или не. Чтобы не наживлять его. Ну, ест. Ест. Там, правда, нечего есть, но он ест. Облизывает. Пытается облизать до конца крючок. Все, облизал. Облизал почти полностью. Еще шарик маленький остался. Вот он такой тянется. Карасейка трогает. Вот это если повел уже, то он есть. Но он такой мелкий. С ума сойти. Давно я таких карасей не ловил маленьких. Я их вообще, конечно, давно не ловил, но это совсем уже чересчур мелкий карась. Это уже такой карась, и карасем не назовешь. Потому и людей, видно, нету. Сейчас он начал брать сразу. Начал, стал активнее немножко, но... Сильная мелюзга такая же. Все желание пропадает рыбачить. Просто из-за того, что на природе находишься, то еще как-то все это интересно. Посидеть, подышать, я говорю, а такую мелочь ловить как-то не очень есть желание. Когда в прошлом году был покрупнее карасик. Намного. Ладошечный такой клевал нормально. Больше ладошки. А в этом году шелупонь. Год на год не приходится. Все зависит от погодных условий. Когда кто отнерестился. Так что тут от нас ничего не зависит. Естественно, его подвыбивает. Если была покрупнее, его повыбили немножко. Ну, а теперь берет тот же помельче. Да, пуфик вообще не хочет. Почти не хочет, но все равно что-то клюнуло. Долго он простоял. Кто-то приехал, то ли по мою душу, то ли по мои деньги. Нифига.
поклевочка есть, а толку нету. Ставил вторую удочку с облегченным грузом, с поплавком другим. Пробую, потому что вообще невозможно ничего подсечь. Клюв есть, а толку нет. Люди приехали, тоже сели, пока ничего у них. Поднялся такой сильный ветер, друзья. Крутит, вертит на тяжелый поплавок, на более тяжелый не хочет. На более грубую снасть не хочет брать. Пришлось облегчаться, поставить легенький поплавок 0,5 грамма. Клевать начал и ловиться вроде бы как начал. Но ветер не дает, мешает. Вот сразу поклевка идет, все как положено, но ветер не дает, плохо его видно, этот поплавочек. Ну вообще же сегодня карась вообще никакой, мелкий-мелкий. Вот, ребята, карась уже такой, как прошлый год брал, неплохой. Такие, если были бы, это уже другое дело. А то шелупонь берет, а эти где-то подевались. Ну, один клюнул. Вот. Ну, это уже мельче, чем тот. По-моему, у людей тоже проклевывает. Вот, друзья, какая рыба. Здесь еще помогает нам клевать. Я ж смотрю, что что-то клюет так как-то непонятно. Это, друзья, белый амур. Синявка. Ну, я не знаю, кто его называет, горчак. Синявка. Вот такая рыбка. Это на щуку неплохо было, я так думаю. Вот он нам тут и помогает клевать. А я думаю, это что ж такое? Она долбет, а толку нету. А эти
синие рыбки набежали. И порядок. Вот еще такая крутится там кормовая рыбка. Мешает рыбачить. Стебелек. Вообще комса. Так что есть рыбка, которая нам мешает ловить. Сбивает. Не успеваешь кинуть, она сразу раз и сбила. Объедает. Кормовая рыба тоже должна быть, в принципе, в пруду. Вот она и есть. Вот. Клюнул еще один карасик. Малявка. Что, друзья, на этом буду с вами, наверное, прощаться. Сейчас буду собираться и потихоньку ехать домой. Дальше смысла сидеть не вижу. Карасик мелкий, не очень интересно его ловить. Ну, конечно, когда он не ловил, то приятно, что что-то поклевывает. Но это не то, что хотелось бы. Ну, бывают и такие рыбалки, чисто душевный отдых. Приехал, отдохнул, расслабился, людей никого нет, тишина, спокойствие. Ну, приехало пару человек там. Ну, все равно лучше выезжать на природу, дышать свежим воздухом, чем сидеть дома. Понятно, что дома есть работа, работы много, ее все не переделаешь. Ну и хочется отдохнуть когда-нибудь возле воды, с удочкой или со спиннингом. Так что, друзья, будем с вами прощаться. Выезжайте чаще на рыбалку. День, проведенный на рыбалке, в срок жизни не идет. Подписывайтесь, друзья, на канал. Ставьте пальчик вверх. Что-то клевало. Под видео всегда есть ссылочки на нормальные товары. С Китая и не только. Есть ссылка на кэшбэк-сервис, на который вы можете экономить и возвращать свои средства при покупке. Подписывайтесь, переходите по ссылочке, делайте покупочки, и будут и вам бонусы, и мне. Так что оставляю товары, которые действительно годные, можно брать, можно пользоваться. Переходите по ссылкам, смотрите. Ну, а также не забывайте подписываться на канал, жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Сейчас видео будут выходить не так часто, но тем не менее, туда под осень, я думаю, будет немножко лучше. Есть домашние заботы. Съела. 5 минут и сейчас, секунда дела, и съедает. Есть домашние, друзья, заботы. Так что на этом все. И до скорых встреч, друзья, на моем канале. Все, собрался. Вроде бы все убрал. После себя порядок оставил. Что там у нас? Карасики есть. Нажали уху. Да есть. Вон, друзья. Если видно. Вот такое количество карася. Килограмма 4. Поймал. Есть карасик. Сколько тут я провел времени? Немного. Ну, уже рыбка есть. Сейчас поджарим дома и порядок.